двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альта Профиль. Создаем тепло и уют вашего дома. У меня есть незаконченный проект. Станок для бензопилы. Сначала беру профтрубу 40 на 40. Делаю разметку. Нужно два отрезка по 5 сантиметров. Быстренько рисую и отрезаю болгаркой. И привариваю их к станине. Далее в ход идет профтруба 25 на 25 мм. Два отрезка по 40 сантимов. И в центр отрезок кусок в 60 сантиметров. А затем готовлю ножки, точнее небольшие упоры. Длина каждого по 15 сантиметров. Их сразу пакетом загнал в ленточный станок. И под углом 10 градусов отрезал края. Тем самым создал небольшой наклон. Привариваю все на свои места. И у нас получилась небольшая стойка. На нее ставлю верхнюю платформу. Крепиться она будет интересным способом через металлические петли. Таким образом, при работе на станке не нужно будет снимать и вытаскивать пилу для доливки топлива или масла. С другой стороны отрезал небольшой уголок и приварил к верхней опоре. Затем сверлом на 8 мм сделал сквозное отверстие и вварил туда болт М8. Таким образом, с помощью барашка верхняя опора легко будет откручиваться и откидываться, ну, при необходимости заправки инструмента. Ноги делал из профильной трубы 30 на 30, длина 75 сантиметров, количество 4 штуки. Также с одного края сразу пакетом все 4 штуки зарезал под 10 градусов. Затем расчертил 4 площадки 5 на 6 сантиметров и приварил их. Это будет у нас играть как опора, чтобы труба не проваливалась в землю. Собрал все в едино и сделал отметку. В этом месте мы будем делать отверстие диаметром 8 мм. Туда вварю гайки и с помощью болтов сделаю фиксаторы. Ну и осталась покраска, и можно тестить нашу чудо-машину. Станок получился не тяжелый, разборный, легко брать и перевозить с собой. Собирается за 2 минуты. Если есть неровности, то легко регулировать с помощью фиксаторов. Пила устанавливается быстро. Если есть необходимость долить топливо или масло, то сделать это можно буквально за секунды. Откручиваем барашек, наклоняем нашу верхнюю часть, доливаем масло, закрываем крышку, возвращаем станок в работу.
После строительства дома у меня осталось очень много разных обрезков и древесных отходов, которые надо переработать в дрова. И с таким станком сделать это легче легкого. Из доработок какие мысли? Если хотите получить обрезки одной длины, то можно поставить упор, например, шпильку с флажком, чтобы ориентироваться, какой длины делать распил. Так как у станка есть свои ноги, то смело между ними можно загнать садовую тачку и сразу складывать дрова, и отпиленные заготовки будут сразу падать именно в тачку. Для опилок можно добавить крючок под ведро, но мне и так нормально. Простая подставка, ведро, все летит куда надо. Так что как-то так. Пишите свои мысли в комментах, друзья. Поставьте лайк, если понравилось видео. И подписывайтесь на канал. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем добра, удачи, позитива. Пока-пока.